Вау! У кого это сегодня день рождения? У Гина? Нет, у меня в другой день, по-моему. А, Залупи, у него сегодня день рождения. А если вы смотрите это видео, то вы попали на канал DriveFuer, и с вами я, DriveFuer. Неудивительно. Хотя однажды было видео, где был Лансер, а не DriveFuer. Ну, в общем, не суть. Сегодня мы с вами проходим опять гильдквест, который я вчера завалил, потому что я не понял, кем это можно пройти. Кот меня задолбал, он постоянно орёт, он хочет в этот шкаф, гребаный, господи. Вот любит он, блин, туда лазить, а я не люблю его туда ставить. Как вы видите, я уже скопил 467 орбов. И мне еще надо прокачать вот этих вот двоих перцев. И еще трех персов. Вот, ну 800 орбов я наверняка наберу. Вот, на нуиторку. А так, не знаю. Так, давайте соберем наградки. А, стоп, мы же их уже собрали, давайте френдпоинт соберем. Так, сейчас у нас гильдквест, который я завалил. Я не понял, кем проходил. Я прошел это за Тошка. На А. Я прошел это за белого Зангетсу. На Б. И я прошел, почти прошел за Фильмычига на А. Ну, блин, я не понимаю, кем это можно пройти. Давайте попробуем реально с вами за... Как видите, я вернул Тошика вместо Ренджа. Все же Тошика мне приятнее играть. И давайте попробуем. Я даже не знаю, там пустые, говорят. Че не говорят, так и есть. Возьмем с вами ТС, потому что у него второй прием просто бешеный. Он бьет прямо на всю карту вперед. А там, ну там мало, конечно, узких проходов, но все же они есть. Вот. В бонус у нас идут, наконец-таки, Гин, которым я уже не играю. Ну... Так уж пошло, у меня новые персы фиолетовые. И, ребята, Айзен, ё-моё, Айзен. Айзен, ты прикинь? В бонусе. Давайте попробуем ЗТС, да? Поэтому, мне кажется, из-за того, что многие завалили этот гильдквест, то мы не попадем снова в С. Ну, блин, ну чё поделать, а? Чтобы в С попасть, надо, чтобы каждый день было больше 165 тысяч. У каждого. Даже 100, вот 170. 170 у каждого. Это точно С. А остальные, ну, блин, это сложно. Ну, вот сейчас, вот, смотрите, где... Вот, 141 тысяч. Это максимум, что я смог набить. Вот другие люди. Эрнест, Незуми. Вон, смотри. Ну, и два новых, видимо. Что-то они без цифр. Сложно все, сложно. Ну что ж, вот таким ТС мы с вами будем проходить сегодняшний гильдквест. Но, нет, не таким. Погоди. Меня это напрягает. Давайте все-таки ему сделаем-то. Потому что я считаю, лучше на гильдквесты брать Теншентай. Потому что он там гораздо полезнее, чем обычные утки. Да. Ну, изменилось только, у нас отбавилось 20% СП, но, тем не менее, у нас все равно плюс 1300. Вот, вот они, аксессуары, золотая утя, которая мне выплыла, золотых билетиков. Вот сюда надо еще СП 32 линка, и вот, третий. На следующей неделе уже будет Инхаритон Зон, наконец-таки я смогу получить долгожданную 10 линк, возможно. Итак... Холлоу, киллер эффект x1.5, нормал атак дэмэдж x1.5 и дальние атаки x1.5. Мы подходим только под первый. Оранжевый атрибут враги, нужны фиолетовые. Тут отлично заходит Тоусон, но у меня его, как вы могли понять, нету. Враги у нас пустые и, блинские эти ноафилэшн, эти самолетики. Как они меня раздражают. Ну, попробуем, давайте. Я не знаю, смогу я пройти... Блин, пакет. Смогу я пройти за ТС или нет? Если нет, то я вообще в ступоре, кем это проходить. Ну, а если пройдем, то тогда я теперь пойму. По-моему, ТС я использовал больше всего... Ну, чаще всего в гильдквестах. Вот.
Ну и хорошо, чё. Главное, что у нас 165 тысяч. Смотри, сейчас мы как. Тут поощряются да эти самые. Не будем медлить, пойдем. Да, плоховат как-то я. Да потому что у меня телефон лагает, у меня пальцы резиновые. А, хрен вам. Мрази. О, блинский, ну. Ненавижу это говно. Блин, ну ты мразь. Я чё, я опять не пройду это говно. Неким проходи, блин, нормальных нет персов. Серьезно, я не понимаю, кем это можно пройти из моих существующих у меня персов. Потому что, ну как вы видите, блин, даже ТС это все равно не проходится хорошо. Самое главное просто пройти, понимаете? Главного босса убить. Ну, если я ульту не могу убить босса, так то дальше и задумываться нечем. О, блин. Мразь ушастая. Ё-моё. Не, минус 42, не успею уже. Я уже должен был быть на... Да куда ты, мразь, улетел-то? Ой, паскуда. Ну не, все, ребят, бесполезно. Я не знаю, кем это проходить. Серьезно, честное слово, я не понимаю. У меня никого нет, кем это можно нормально пройти. Ну никого. Минут 0,5, обосраться можно, да? Обосраться. Да как ты затрахал, сдохни. Да ты... Не, все, я не знаю, кем проходить. Все. Я завалил, я не понимаю. Ну, просто не понимаю. Пшёл нахрен. Я просто не понимаю, все, я не могу. Если не ТС, то и вообще никем, я не понимаю. Ну, мне не повезло с Толсоном. Он не выпадал ниоткуда. Ну вот, поэтому я теперь не могу пройти сраный гильд-квест. Как это от меня требуется. Все. Я не знаю, что делать. Как это пройти вообще? Просто жесть. Все. На этом все. С вами был DriveFoyer. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Чтобы не пропускать там интересные видео, вступайте в группу Bleach Brave Souls, Bleach Paradise Souls и DriveFoyer. Следите по всем ссылкам в описании. Обязательно смотрите видео, которые будут показаны у вас на экране. Всем удачи и всем пока.